После 5 лет разработки фирма Take 2 наконец-то выпустила игру Battlecruiser 3000. Проект Battlecruiser был феноменально неудачен в течение всей своей истории и побывал в руках 4 игровых фирм. Наконец, автор этой игры, Дерек Смарт, совместно с Take 2, вывели на гора жизнеспособную космическую Одиссею. Вселенная VS-3000 — это живая динамическая экосистема, в которой компьютерные персонажи и реальные игроки полностью равноправны. В начале кампании создается новая вселенная — 75 планет, 25 космических баз, 48 станций, 144 спутника. Как управлять всем этим хозяйством? В вашем распоряжении могут быть 3 сценария развития событий. Первый — тренировочный. Он позволяет освоиться в игровом пространстве и, по сути дела, является аркадой, не требующей больших умственных и физических усилий. Что касается самого космического корабля, то он продуман до мельчайших деталей, от двигателя до капитанской рубки. Игра обладает некоторыми способностями самообучению. Например, вы напали на планету и, разрушив ее защиту, истребили некоторое количество ее объектов. После вашего отлета планета отстраивается заново. Но не просто так, а гораздо с более мощной защитой от нападений. Основной сценарий, Advanced Campaign, представляет вам полную свободу действий, не ставя никаких задач. И, наконец, третий вариант — свободный полет, где игрок преследует собственноручно поставленную цель. Добавим только, что в этой игре выиграть практически невозможно, зато возможностей для путей проиграть очень и очень много.